Добрый день, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами одной такой, скажем, как бы так, шиза, наверное, да? Или видение. Ну, такую вот картинку нарисовали мне, когда шел стрим у мистика по поводу бесконечной вселенной и времени. Вот. Почему-то мне нарисовали такую картину. Я нахожусь в интересном месте. Откуда, куда спускаются боги, настоящие боги высших миров, очень сильные, могучие. И поднимаются боги нижних миров. И они встречаются в этом месте, радостно хлопают друг друга по плечу, рады приветствовать. И я нахожусь между ними. И почему-то задаю вопрос темным богам. Говорю, а вам не хочется подняться вверх, стать такими же вот светлыми? Они говорят, а зачем? Мы находимся на своем месте. Каждый из нас, верхний, нижний, мы выполняем ту работу, которую мы можем делать. И лучше нас ее никто не сделает. Но и кто-то же должен эту, как вы называете, грязную работу выполнять. Ну и вот, я вот как-то так задумался. И я видел две эти, и низ, и вверх. А внутри стучит вопрос, а что мы тогда делаем? Что мы делаем? Дружим? И вот задаю себе до сих пор этот вопрос, что нам делать? Счастья, радости, спокойствия вам, ребята. Я Русь.